Леон, Брал Старс. И сейчас мне выпал Спайк. Спайк выпал наконец-то. Наконец-то мне выпала легендарку, которую я хотел. Это уже предпоследняя легендарка на моем аккаунте. Вот, сейчас покажу. Вот, у меня только Леон остался. И все. У меня уже 30 бойцов. И наконец-то Спайк выпал. То, что я хотел. Хотел этого миленького кактусика себе в приют. И наконец-то он умер. Сегодня сезон закончился. Слили кубки. Открываем мегаящик мне из этого. За старпоинты. Ничего там не выпало. Ну, там 5 выпало предметов. А вот я забрал с Бравл Пасса. Вот он, мегаящик. И вот Спайк. Держите. Сейчас пойдем его затестим. На винте его потестим немножко. Ну, что сказать, прикольно. Это очень громко. Я за Спайк уже научился играть. Бац, все. Все легкое просто. ХП у Спайка мало, но ничего, прокачивать все равно же будем. У него он какая-то дальность выставила. Бац, туда можно попасть с легкостью. Так. Ну я нон-стопом сейчас это 2 хаки подниму, все, просто дальше уже не буду. Я думаю, я смогу на 20-й ранг капнуть. Ну так что капать вроде не очень так трудно. Так что бац-бац, все. Все, топ-1 тут значительный. Вот. Тут у меня пока 3 хаки, я не могу. У меня кубков у него очень мало. Мне всего лишь что? 50 рублей, 60 не помню. Лучу еще гаджет на него, тогда вообще будет класс. Это было скачано сколько. Дополнительную баночку. Просто вот так. Кинул и все. Ну, если он на 20-м ранге, то это можно еще что-нибудь сказать, что трудно. А так, на таких кубках играть, в принципе, очень легко. Все. Только я здесь отмешу. Я думаю, завтра дождусь квестов на Спайка, например, убить врагов 40 раз. Ну, думаю, это очень-очень легко. Так что я его стараться сейчас особо апать не буду, чтобы у меня он не был хорошо поднят для квеста. Вот. Так, кто у нас там остался? Один? Вроде бы 1 тычка нужна. Или 2. Я хочу еще раз переиграть. Но тут не получится. Не, вот, невозможно. Но нам все равно этого мало. Вот сейчас давайте сразу на 80 поднимем. Ну и будем прощаться. Ролики часто выходят, но не очень часто. Может, в следующем году будут очень часто выходить. А я буду продолжать улучшать аккаунт. Ой, господи, канал. Ну, хотя и да, улучшать аккаунт, браво. Тоже все буду. Блин, если бы я активировал Бравл Пасс, тогда бы у меня бы уже вольт был.
Ладно. Ничего не говорю. А, не, я поднял, как поднял. Ладно, идем обратно. Я сначала подумал, что мне выпадет гаджет. Гаджет, а что мне их очень много не разблокировали. Ну, не выпавших. И там шансы все высокие были, что на гаджет. Я думала, может, выбью гаджет на этого. На Мортисе лопату легкую. Но нет, подошлось спайка. Ай. Вот тут начинают уже плотнеть игроки. Ну, точнее, хорошо играть. Я постараюсь топ-1 уйти. Даже в спайке я играю впервые. Ай, это дурацкая тара. Ну вот такой ролик сегодня был. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А с вами был Герман Леон. Ой, господи. С вами был Герман Леон. Всем пока.